Все, ребят, Гаргантюа пошел. Ну давайте все усиления используем против него и квест комплит. Ну квест-то я, конечно, прошел, но второй квест чего? Третий квест чего? Ну чё, ребят, всем привет, вы на канале CornStiks, и я продолжаю проходить игру «Растения против зомби 2». И, кстати, я ник свой не вел, я совсем забыл. Так, давайте поменяю и поставим CornStiks. Так, обязательно с большой буквой, не знаю почему я пишу с большой буквой, но у меня прям везде, абсолютно везде написано CornStiks с большой буквой. Все буквы большие. Все, отлично. Сохранить. Никнейм есть. А теперь погнали проходить Египет. На прошлой серии мы с вами остановились на моменте, где я прошел босса. Точнее, не прошел, а остановился перед ним. Сейчас мы будем уже проходить босса. Если можно назвать его боссом. Как видите, вот видите, здесь Гаргантюа. Да, вот такой вот скелет на уровне. Сейчас посмотрим. Здесь по-любому должен быть Гаргантюа. Ага, вот, видите? Зомбос что-то замышляет плохое. Хочет автограф? Он хочет автограф? Зомбосы? Так, ну вот, как видите, есть Гаргантюа. Фараон целый. Отлично. О, вот теперь, смотрите, здесь пишется. Левел 1. Вот, орешек левел 1. Вот, на прошлой серии там такого не было. Там просто был орешек. И рядом с ним его класс. А вот теперь еще и пишут левел. Отлично, вот это вот очень хорошо. А у меня вопрос, почему музыка обычная? Я думал, сейчас будет какая-нибудь веселенькая, что ли? Музыка, как будто обычный уровень прохожу. Сейчас же как бы босс, должно быть что-то повеселее, что ли? Сейчас вот такая вот. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Так, а мины куда мне использовать, я не пойму. Обычно я мину использую для начала, потому что они капец дешевые, и это очень выгодно. Хотя всегда, в принципе, можно использовать. Против сильных зомбарей. Очень полезные. А мне интересно, мина может убить зомби-фараона? Который в будущем будет. Не Гаргантюа. Гаргантюа он по-любому не убьет. А фараон, который ходит. Так. Опа, вот Сэндшторм пошел. Так, давайте убиваем. Ну, в принципе, они такие же опасные. Вот если прям будут близко ко мне прилетать. Кстати, сейчас Айсберг Летус. Вот видите, Айсберг Летус, он целого верблюда замораживает. Это как считается, как за одного зомби получается. Вот этот целый верблюд. Это очень хорошо. Кстати, они ледяной класс. Отлично. Так. Как же непривычно играть с такой спокойной музыкой. Вот смотрите, здесь... Ну, как-то не сочетается, что ли. Здесь, типа, вот такое веселое все должно быть, а музыка спокойная. Но, опять же, неважно. Так, давай ускорю, в принципе, мне кажется, особо проблемами никаких не будет. Если немножко ускорю в два раза. А в сколько нос, насколько сильно она ускоряет, я не пойму. В два раза? В три раза? Скорее всего, в два раза. Так, давай. А, кстати, давай я ульту использую на мину. Сейчас я мину посажу. Используем ульту, и что будет? А, она разбрасывает везде мину. Окей, это, в принципе... А так, а давай теперь на Айсберг Летуса. Итак, заморозка. И тупо все зомби заморозились. Вот это круто, кстати. Особенно против зомби с факелами, потому что они капец бесячие. Если их будет капец дофига, я могу просто заморозить всех зомбарей. И будет капец круто. Так. Ё-моё, монетку надо обязательно брать. За монетки можно будет потом купить что-нибудь годное, наверное. Так, используем ульту на мину. Надеюсь, сейчас... Так, отлично, неплохо. В принципе, мне повезло. Еще и от везения очень сильно зависит, видишь ли. Повезет тебе или нет. Как я пройду уровень. Так. Вот Айсберг Летус прям одно из самых полезных растений, на самом деле, я бы сказал. Все, ребят, Гаргантюа пошел. Ну давайте все усиления используем против него. Используем бумеранг. Капусту. Хотя, в принципе, капусту. Так, тогда. Давай помедленнее поставлю, что-то слишком жестко. Используем ульту на мину. Отлично. Так, взрывается Гаргантюа. Замораживаем Гаргантюа. И, по идее, мы должны успеть его убить до того, как он кинет своего мелкого. Так, давай. Я надеюсь, мои ребята справятся. Так, отлично, смотри. Е-е-е! И мы его убили вообще спокойно.
благодаря моей тактике. Все, мы получаем мешочек монет. К сожалению, растение никакое не получили, но и в принципе не обязательно. Растение у меня и так топовые. Все, уровень с боссом прошел. Сейчас давайте проходить дальше. Так, ну, гемов у меня 0, конечно, что очень жалко. Смотри, мне нужно будет пройти целых 3 уровня. Смотри на мою голову. Чего? А, смотри, я получил вот эту вот штуку, с помощью которой можно выполнять, ну, вот это вот бревно заданий. Вот здесь прям много всего. И эвенты, как видишь. Ну, эвенты здесь не очень. Вот когда я прокачаюсь более-менее, там, блин, такие жесткие события, вот эти эвенты будут. Ё-моё. Так, мне нужно пройти уровень. Ну, давай, в принципе, пройду. Ой, боже, там и семена дают особые. Короче, очень круто. Каждый день надо будет заходить и проходить. И слава богу, то, что на игру не... О, смотри. Чего? Чё за жесть? Ребят, такого не было, я точно помню. Там нам давали солнце, и я должен был... Короче, как в первой части, там был Last Stand. А здесь я должен потихоньку высаживать. По одному. Хм, интересно. Ладно, давай таки сделаем. Так, ну, я точно помню, раньше по-другому было. Здесь, походу, изменили, решили изменить. Не знаю почему, вроде нормально было. Или слишком легко вроде было, да-да-да. Прям очень простой уровень был. Просто везде вот этих бананов рассаживаешь, бумерангов. И все. Проходит. Уровень вообще спокойно проходит. А вот сейчас решили усложнить. Ну окей. В принципе, разумное решение. Давай используем ульту. О, да. И прям еще на вот эти вот надписи древние. Все разломали вообще спокойно. Так, ну давай второй ряд сделаем бананчиков. Бумерангов. В принципе, они такие же дорогие, прям. Солнце у меня, в принципе, достаточно. Целых 1175. Да и к тому же у меня сверху падает солнце. Надо тоже учитывать. Так, ну вообще спокойно даже. Даже с таким усложнением все равно вообще спокойно проходится уровень. Все, гигантская волна зомби. Ну, я бы не сказал, что она гигантская. Ну, хотя, возможно, они так считают. Так, используем ульту на капусту. На каждому покачану. По качану, по капусте. Так, еще раз используем. По идее, ульта вот этого, вот этой капусты самая лучшая, мне кажется. Потому что если зомбарей много, капец дофига, то лучше всего использовать ульту на вот эту, опять же, капусту. Collect seed packets. Так, а я собрал seed пакеты. Quest complete. Ну, квест-то я, конечно, прошел, но... Второй квест? Чего? Третий квест? Чего? Я не пойму, что происходит? Я же только один квест прошел. Так, давай посмотрим, какие мне задания сейчас дадут. Награды дадут. Играй побольше. Отлично, получаем вот эту пиньяту. Конечно, какая же ПВЗ-2 без пиньят. О, я смотри, я могу пацанха прокачать. Сразу же до второго уровня. И мне будет давать... А, мне уже интернет включить, ребят. Блин, сейчас реклама пойдет, вот это бесит, конечно. Так, давай прокачаю подсолнух. Кстати, я на прошлой серии смог прокачать вот этого. Добил... Ну, короче, получил семена, чтобы прокачать капусту. О, что там с минами происходит. И давай прямо сейчас это прокачаем. О, смотри, теперь дамаг 50. А у грохострела дамаг вроде 25 было. Ну, дальше давай, конечно, берем капусту. Да и нужно, она через верх стреляет. А там вот этот зомбарь, который ставит вот эти надписи, ё-моё, ну тогда по-любому надо капусту брать. Давай даже бумеранг оставим, вот так вот возьмем. Хотя мне по-любому надо будет брать бумеранг, ну или другое растение. Хоф, погнали дальше, здесь, как видишь, заранее опять же поставили растения мне каких-то. Давай ускорю. Мне кажется, ничего страшного не будет. И чё, подсолнух мне будет давать почаще солнце или что там? Я что-то не увидел, что там было. Вот, как видишь, орешка, он специально вот так вот взрывает. Ой, какой взрывает? Поджигает. А Асберклетус его спокойно замораживает. Показывает, что делает Асберклетус. Это, конечно, полезно. Гайдик небольшой. Так, вообще, боже, так же непривычно, как... Как же непривычно, что
Подсолнухи дают по 50 солнца, это же капец много. Так, смотри, со скольки ударов капуста убьет этого зомбаря? 1, 2. Неужели как арбуз? 4. 5. С 5 ударов, ребята, качан убивает арбуз. Боже! Капуста пульта убивает обычного зомби с 5 ударов. Все, наконец-то высказался. Так, я вообще не умею нормально объяснять с первого раза. Так, сюда используем айсберг летус. Давай сразу качана поставлю. Короче, капусту буду называть. Зачем качан? Вообще непривычно. Так, вот эти, блин, капец противные. Сколько здесь этих камней? Пожалуйста, прекратите, зомбари. Это слишком. И зомбира, и вот эти вот древние египтянские анубис. Да, я знаю. Все, замораживаем. А, так это финальная волна, что ли? Блин, ну как-то скучно, слушайте. Давайте что-нибудь потруднее, что ли? А то вообще что-то слишком просто. Я, конечно, понимаю, Египет первая локация, но, блин. Я прокачал Арсения. И должно быть, зомбари тоже должны быть потруднее, что ли. Хотя, в принципе, там они тоже прокачаны, но не слишком сильно. Так, collect packets. Но я вроде ничего не собирал. Почему мне дали награду? Все, погнали наконец-то в следующий уровень. И это у нас что? Так, ну опять какой-то очередной уровень. Все, я уже окончательно получил Айсберг Летус. У него там улучшается перезарядка и заморозка. Отлично. У меня уже 4 растения, прокачанных на второй уровень. Слушайте, мне кажется, очень даже неплохо. Давай всех их возьму, хотя... Ладно, Грахстрю давай пусть будет. Rental Plant. Там уже, блин, растения арендовать. Это, конечно, придумали. А давай я попробую по той тактике. Сначала... сначала защиту, потом подсолнухи будут. Так, ускоряем давай. Мне кажется, будет прикольно. Хотя ничего прикольного. Почему одна волна? Эй, дайте мне уже 2 волны, ё-моё. Как же бесит. Слишком простые уровни, я, блин, не знаю. По идее, могли бы уже переходить на 2 волны. Мне кажется, ничего такого в этом нет. Хотя, может, я из-за того, что капец давно играю ПВЗ, из-за этого уже для меня это очень просто, а для других это тяжело. Хотя я сомневаюсь в этом. Так, сразу 2 зомби. Давай качана сюда, сюда айсберг летус. Ну, вот мне дают всякие растения. Айсберг летус, мина. Вот с ними можно вообще вначале... Интересно, возможно ли... пройти уровень чисто с такими растениями. Айсберг летус, потом орешек. Ну, ты понял, я надеюсь. Так, давай я немножко остановлю время. Точнее, не остановлю. Интересно, можно ли останавливать время? Там, по идее, мята должна быть, которая время останавливает. Вроде бы, я уже давно капец не играю. ФВЗ. Смотри, вот особенность ПВЗ 2. Видишь, этот зомбарь сверху жрет орешек. Хотя... Орешек, блин, стоит вообще сзади него. В ПВЗ-1 такого бы явно не было. Это прям очень заметно. А вот видишь, здесь как-то прикольно сделано. Хотя он, по идее, должен был жрать подсолнух. Но нет, он жрет орех. Все, давай, ладно, ускорю уже. Так, ну слушай, капуста здесь капец мощная. Мне кажется, здесь она намного мощнее, чем в первой части. Я, конечно, прокачал на второй уровень, но... Не прям же так сильно я изменил мощь. Да? Все, давай. Ну, блин, слишком просто. Серьезно. Там, блин, потом пойдут вот эти вот суперсложные уровни. Мне дали вот этого могила еды, но... По сути, можно и без него. Давай сейчас попробуем пройти уровень, не используя могилу ед. Давай, челлендж такой сделал небольшой. Так, могилы яд не берем. Берем все то же самое, как и в прошлый раз. Все, погнали. Сейчас вообще спокойно пройду. Давай сюда опять же подсолнуха буду сажать. Хотя уровень простой, поэтому я могу даже по-обычному сажать. Ну ладно, пусть так будет. Раз начал... Так. Качан давай... Нет, пока что садить вообще его не нужно.
По идее, орешек вообще не нужен. Я его вообще почему-то не использую. Мину давай сюда. Реально, я его капец давно не использовал. Ладно, давай этот уровень я пройду с бумерангами. Что-то я давно их не использовал. По идее, они тоже прикольные. Так, сверху давай заморозим. Вот сейчас будет, блин, солнце забирать у меня. Кстати, по идее, этого зомбаря, видишь, который крадет солнце, можно вот так немного задерживать. Просто... А, ну, понятно. Так, давай здесь заморозим. Сюда бумеранг. Да ё-мо, сколько здесь солнца. Да, блин, забрал. Всё-таки вроде одно солнышко забрал. Ребят. Видите, что проходит на средней линии? Так, ладно, давай остановлю. Я, конечно, понимаю то, что просто, но... Что-то я этот... Переборщил немножко. Переоценил свои силы. Так. Ой, боже. Все. Так, ну вроде уже более-менее нормально. Нужно побольше бананов, блин. Нужно побольше. Срочно. Так, орешек пусть там стоит. Вдруг сейчас проблема пойдет. Все, ускоряю снова. Сэндшторм. Так, ну окей, нормально. Тупо повсюду эти бананы, ё-моё. Так, ты давай замораживайся, ты мне этот... Не разбрасывай здесь порчу. Так. Так. Боже, все. И давай одного кочана поставлю, чтобы чисто ультовать с ним. Хоп. Все, видишь, все вот эти вот надписи разрушил без могилоеда. Вообще спокойно. Финальная волна, ну давай опять использую ульту. Вообще спокойно. Все. Так еще и ульту дали в награду. А, так он вообще ни капусту не выпустил. Окей, я, ребят. Так, сколько там ролик уже длится? Не знаю. Ну, давай еще уровень пройдем, думаю, будет нормально. Так. О, здесь как раз уже, сразу же. Закрыт координатами. Чего этот уровень закрыт с координатами? Что ты там мне морочишь голову? Пройди зомби, атаку зомби с уже данными растениями. А вот и пошел первый уровень с ограничением. А ну, в принципе, топовые растения, слушай. Я бы даже такие и взял себе. Серьезно. Ну, для меня нет никаких ограничений. А, смотри, здесь две волны. Ну все, наконец-то. Наконец-то начался нормальный более-менее уровень. Так, давай сюда могилоед. Ну, могилоед, он нужен только тогда, когда могила стоит прямо рядом с тобой. Ну, именно прям мешает сильно твоим растениям. А вот те, которые стоят там далеко, вообще никак не мешают мне. Нормально. Давай сделаем грохострельную защиту. Все-таки первое растение, мы должны его уважать. Поэтому пусть будет так. Да и к тому же у меня второй уровень. Урон 25. Так, давай сюда еще одного. О боже, куда я посадил? Ничего страшного, пусть будет. Орешка опять же садить не буду. По идее, орешек нужен только тогда, когда... Вот, например, какие там были волны? Вот я помню Lost City. Или как он называется? Короче, там что-то... Потерянный город. И там вот этих дают всяких цветочков, листиков. Короче, там еще у всех зомбарей сзади... Сумки какие-то, ну, если ты играл по ВЗ, ты, наверное, поймешь. Вот там реально орешек нужен, потому что, боже, там... Куда зомби не прыгнут? Ну, блин, не знаю, как это писать. Их там капец дофига. И там, блин, Гаргантюа вроде уже на третьем уровне появился. Не помню, блин, давно не играл. Так, сюда, давай сюда ультану. Отлично, почти все грохи попросту не ушли. Кстати, ребят, напишите в комментариях, что... Вот мне, если честно, ПВЗ как-то уже поднадоел, что ли? И вот напишите в комментариях... Вам, наверное, тоже поднадоел. И вот напишите в комментариях, что мне сыграть. Какую игру мне сыграть на канале, кроме ПВЗ. Мне уже ребята написали... Некоторые челики написали сыграть в Грэнни, Brawl Stars, но... Мне, ребят, нужен
общий ответ, что мне вообще сыграть, что хотите видеть на канале вы все, чтобы всем было интересно, правильно? Конечно, не получится, что прям все 600 человек, всем прям было интересно. Кстати, я уровень уже прошел вообще. Даже этот не был очень простой. Оф, ну, напишите что-нибудь. Я, наверное, сделал опрос. Хотя не знаю, что там вообще написать. Все, я получил пиньяту. Это последний на сегодняшний ролик. Так, ого, 3000 монет. 4 подсолнуха. 4 минки. Я могу мину прокачать. И все. Ну, зато монет дофига дали. И это тоже хорошо. Все, давайте нажмем на Exit to Map. И мы будем, ребята, с вами заканчивать. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Напишите в комментах, что мне сыграть, кроме PvZ 2. И вообще PvZ в общем. Фов, давайте на меню уже выйдем. Так, я открыл... О, я открыл... Так, ну у меня опять же интернета нет. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо большое за просмотр. Вы были на канале Cornus Tix. Не болейте, всем удачи, всем пока.